Дорогие друзья, подписчики канала «Кот в мешке», и снова я с вами, Алексей. Приятно мне снова записывать это видео. Давно я не был в эфире, давно я не снимал видео. Было 2 месяца очень сильно напряженный, очень всего много произошло. Поэтому я не мог снимать видео, но наконец-то я нашел время и могу начать продолжить снимать вот открытие этих потерянных посылок. Почему я не мог снимать видео прошлые 2 месяца, если вы уже знаете, что моя дочка, она поет, занимается профессиональным пением, и получилось так, что ей дали главную роль в мюзикле, христианском мюзикле «Эсфирь», и она подготавливалась, и был концерт, и она выступала, пела главную роль. И если кому интересно посмотреть, послушать, как у нее получилось, это был ее дебют с главной ролью. Я под этим видео оставлю линк, то есть ссылку на мой другой канал, на то видео, где был этот мюзикл. У нас есть христианский театр здесь, и она в этом театре пела мюзикл. Я оставлю ссылочку, пожалуйста, если вы хотите посмотреть, послушать, заходите, слушайте, подписывайтесь на тот канал, и мне приятно вас будет видеть также там. Также хочу вас поблагодарить за все ваши комментарии, которые вы писали. Было очень приятно их читать, я читал их, я извиняюсь, что я не мог отвечать. Но сейчас я с вами, мы сейчас начнем распаковывать вот эти вот, здесь 15 потерянных посылок. Надеюсь, что они будут очень полезны, хорошие. И давайте начинать. Поехали! И начнем. Начнем мы с самой тяжелой коробки. Я знаю уже, что здесь находится, но я не открывал. Можно прощупать, что здесь. Открою я вместе с вами, чтобы вам было интересно. Когда я покупал эту коробку, я уже знал 100%, что здесь. И я знаю, что эта вещь очень нужна. Она пригодится очень и очень всегда. Смотрите. 15 паундов гиря. Вот. Такого на цвета, зеленая. Ну, это 15 паунтов, это где-то, получается, сколько, 7,5, где-то килограмм. Отдам ее сыну, пусть занимается. Вот. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Нашел я, стоит эта гиря $36 на Амазоне. Сразу хочу сказать, я забыл сказать, что все эти посылки, все вот эти вот потерянные посылки были куплены по $3. То есть вот эта одна гиря, она уже почти окупила. $36, у нас 15 посылок. Вот. И мы ее отставим в сторону и будем дальше смотреть. Будем отсюда брать. Сейчас уже отсюда взяли, сейчас будем брать с этой стороны. Это у нас такие наборы для ванны. Они уже раньше попадались, они очень наподобие таких попадались. Они очень хорошие и они очень дельные. Кстати, я их использую. Здесь наклейки. Эти штуки приклеиваются к ванне, к стене. И на крючки вот это вешаются вот эти подставки. В них можно класть все, что угодно. Шампунь, мыло, бритвы, все, что угодно. И они очень хорошие, и они идут, как бы, на пользу. То есть это то, что реально можно использовать. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Точно такой я не мог найти, но приблизительная стоимость
такой подставки где-то порядка 20 долларов. Ну, запишем 20 долларов. Дальше у нас вот такая коробка. И в этой коробке у нас кроссовки, ребята. Вот такие вот кроссовки большого размера. Размер это 18 на американский. По-европейски это показывает 53. Это фирма называется New Balance. Вот такие вот кроссовки, посмотрите. У меня старшего сына, он носит на размер 15. Но это 18. Возможно, конечно, они будут большие, но что мы сделаем, просто, наверное, продадим их. Их можно будет реально продать, потому что многие люди носят такую обувь. И сейчас посмотрим, сколько она стоит. Друзья, нашел я наподобие такой же фирмы. На Амазоне стоят они 63 доллара. Дальше у нас идет вот такая вот коробка. Посмотрим, что у нас здесь лежит. Какой-то молоточек. Друзья, здесь лежит очень много вот таких вот панелей квадратных. Лежат такие клипсы, из которых делаются, как бы по-английски называется, я вот нашел, вот называется Cube Storage. То есть можно ставить, я покажу крупным планом вот фотографии, чтобы вы поняли, что это находится. И стоит это 30 долларов. Можно везде угодно ставить. Можно на кухне ставить, можно в клозете ставить. В клозете это в шкафу в каком-нибудь. Можно ставить где угодно, в коридоре. И складывать это как бы storage. Ну, показывать, что это как бы bookcase, что полка для книжек. Ну, в принципе, можно использовать для чего всего угодно. Вот 30 долларов она стоит. И она нам пригодится. А молоточком, я так понимаю, это забивать вот эти вот штучки. Так, дальше. Дальше у нас вот такая коробочка. Видно, была уже распечатана и не раз. Но посмотрим, повезет нам или не повезет. Или будет какой-нибудь мусор. Так. О-о! Смотрите, это у нас вот такие вот стеклянные или пластмассовые? Стеклянные. Вот три. Не знаю, для чего это. Ваза использовать можно. Или вот тут есть наклейки такие, наклеивать. Или, может быть, что-то сыпать, как крупа. Складывать вот деревянные крышечки, закрывать. И это можно использовать в хозяйстве. Давайте мы посмотрим, сколько же это стоит. А, все понял. Это написано, что это для спагетти. Для вот этих длинных макарон. Вау, интересно. Нашел они. Стоят они 30 долларов за 3 штуки. На Амазоне они есть. Вот. И эти стеклянные штучки, они реально могут пригодиться. 30 долларов. Купили мы их за 3 доллара. Дальше. Дальше у нас такая небольшая коробочка. Тоже открывалась, видно, несколько раз. Я вот удивляюсь, вот предыдущая распаковка, вот это, что было для спагетти. Почему другие люди, которые открывали это несколько раз, не взяли?
Это очень хорошая вещь, которая может пригодиться, в принципе, на любой кухне, у любой хозяйки. Так, что у нас здесь? У нас здесь какой-то кейс с ручкой. Вау! Что же здесь может лежать? Вау, это купилось всего за $3, ребята. Ребята, это массажер. Смотрите. Вот такой массажер. Вау! Это очень дорогая штука. Я знаю, что эта штука реально стоит дорого. Тут есть много насадок. Смотрите, вот такой массажер. Он заряжается от розетки. Тут батарейка в нем есть. Тут есть раз, два, три, четыре, пять. Тут есть 6 разных насадок. Посмотрите. Они вставляются. В кейсе есть место для них. Не вставляются, чтобы было удобно хранить. Также вставляется вот, каждая насадка вставляется сюда. Ну, она надо будет, ну-ка, она разряжена, надо будет зарядить, попробовать поиспользовать. Давайте посмотрим, сколько такой массажер стоит. Ну, точно такое не мог найти, их очень много различных номинований, но наподобие вот продается вот именно с таким дизайном, он стоит $75. Ну, приблизительно я и догадывался, он стоит. У нас, я знаю, у меня есть такой наподобие, и они не дешевые. $75. И запишем то, что этот массажер может реально нам пригодиться. Если нет, то мы кому-нибудь его подарим. Это очень хорошая штука. И у кого проблемы есть со спиной, они есть практически у каждого. Его можно использовать повседневно. Дальше. Дальше у нас вот такая коробочка. Она уже открыта. Какой-то светильник. Вот, ребята, какой-то светильник, но я сразу скажу, мы его пользоваться им не будем, что нам вот он прикрепляется на весу. На длинный провод прикрепляется к потолку и вот свешивается вот такой вот. И здесь есть очень много, а я даже не знаю, для чего вот эти штучки, они, по-моему, не должны быть к светильнику. Может быть, кто-то засунул сюда какие-то вот эти рогатюрки, вот, не знаю, может, вы подскажете, смотрите, что вот это может быть. Какие-то ножки какие-то, что-то складывать. Вот такие вот. А, ребята, все, я понял, вот эти рогатюльки для чего. Это часть этого светильника. Нашел я на Амазоне, стоит он $39. Я покажу вам вставочку, и вы увидите, как этот светильник выглядит. Вот, $39. Ну, мы его вряд ли будем пользоваться, но, может быть, пойти как подарок, или можно его перепродать. Я думаю, что его легко можно продать $10, хотя мы купили его за $3. Так, дальше. Дальше у нас вот такая коробочка. Есть тут фотография, картинка. Похоже, что-то на светильник опять вроде. Откроем, посмотрим. Надеюсь, что это не светильник. Чувствую, что здесь разбито что-то, как стекло. Похоже, это тоже светильник, ребята. В
Да, он разбитый, к сожалению. Вот стекло. Вот оно прям разбито. И вот это, наверное, это пойдет в мусорку. Я выкину его, не хочу связываться с этим. Потому что... Чтобы стекло, оно начинает сыпаться уже на... Не хочу, чтобы оно... Это очень опасно. Потом босиком кто-то встанет и поранится. Вот я его сразу назад положу и отправлю в мусор. Он мелкое стекло везде сейчас. Дальше у нас вот, смотрите. Это я уже видел, когда я брал. Очень много этих, называют их по-английски highlight. Вот такие. Их тут очень много. И они, кстати, и работают, пишут. Их тут у нас, давайте посчитаем, сколько здесь штук их. Очень много. Их тут 30 штук, ребята. Вот они вот такие вот. Вот такие. 30 штук их. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Коробка из 36 штук стоит 18,52. $18. Ну, и они на скидке сейчас. Они стоили $45, сейчас на них скидка 59%. А у нас так 30 штук, ну, запишем $15. И эти, они всегда пригодятся. Так, дальше у нас такая вот белая коробка. Вот такая вот. И здесь у нас видно... Короче, здесь у нас пакеты. Голубые пакеты, мешки для мусора. Ну, мешки для мусора всегда. Они всегда нужны. Мешки большие. Тут 100 штук их. Размер 40 галлонов. Вот такие большие, посмотрите. Вот огромные мешки. Вау, это реальная находка. Потому что они стоят намного дороже, чем $3. И всегда в хозяйстве, всегда мы их используем. Всегда. Давайте сейчас посмотрим, сколько они стоят. Стоят они $27 или 27 центов за один мешок. И мы запишем, конечно же, это в плюс. Так, дальше. Дальше вот коробка, это, ну, это явно видно, снова это обувь, тоже New Balance, новый баланс, кроссовки. В этот раз это 15 размер. 15 размер, это точно сын мой будет носить. Цвет такой, как бы вот кофейный цвет. Или как еще правильно назвать? Вот. Это что за модель? Такая же, как была в прошлый раз. Ну, искать я их не буду. Они примерно будут стоить столько же, сколько те. Где-то порядка $63, может быть, плюс-минус. Вот они красивые, они, видно, новые. Их не носили. И это будет нормальным, хорошим подарком для моего старшего сына. Это его размер, 15 размер. И запишем мы $60. Дальше. Дальше вот две таких коробки. Они одинаковые. Сразу видно те же самые наклейки, то же самое, всякие названия. Давайте мы откроем одну. Не буду открывать две, потому что это то же самое. Это что-то, какой-то стул. Называется Lightweight Chair, голубого цвета. Может, какой-то пляжный стул. Ну вот, раскладывающий стул. Его
собирается он, раскладывается, я его не буду раскладывать. Я посмотрю, сколько он найду на Амазоне, и выставлю вам фотографии, и покажу, как он выглядит. Наверное, брать с собой в поход, куда-то в дорогу, может быть, в парк. Тут есть такой футляр до него, он складывается, вот видите. Ну, не могу найти, сколько реально он стоит, потому что высвечивается мне очень много других стульев. Ну, самый дешевый, вот я вижу, $35, есть по 99, 75, но не думаю, что это стоит столько много. Ну, давайте запишем $35, и у нас их два, получается $70 за два, и его реально можно будет использовать. Так, следующая коробка. Следующая у нас коробочка вот такая. Тоже была много раз открыта, закрыта, распечатана. Здесь у нас какие-то вот пластиковые подставочки. Смотрите, их одна, вторая. Раз, два, три, четыре. Шесть штук. Вот таких у нас шесть штук. Смотрите. Для чего они, мы сейчас попытаемся узнать. Нашел я их на Амазоне, они как раз вот и 6 штук их продается, стоят они $25. Это такие полки из акрилика или вот, ну, вот такие вот у нас их называют акрилик, вот акрилик шелфс. Вешаются они вот так к стене. Я выставлю фотографии, чтобы вы посмотрели. Они вот так вот друг над другом вешаются, 6 штук. И на них можно складывать все, что угодно. Вешаются они так, просто прикрепляются шурупами к стене. И можно их использовать для всего чего угодно. Вот, $25, запишем мы в плюс. И у нас осталась последняя коробка. Вот он, последняя коробочка. Тут реально написано, что вот понятно, что уже, и я, когда ее там видел, я ее взял, потому что вот без этого, особенно у кого проблемы. Со спиной, кому это такие штучки, вот такие вот, это называется hot pack. Вот такие вот, смотрите. Их тут очень много. Написано, что 24 штуки. Как их использовать? Они одноразовые. Тут написано использовать тогда, когда нужно создать тепло для тела. Вот, нагреваются они, ребята, до 80 градусов по Цельсию. Получается, пополам ее сворачиваешь и начинает греть. Тут какой-то происходит, видно, процесс химический. И потом вот эта штука прикладывается к шее, к спине или куда нужно, чтобы согреть какое-то болевое место. И получается, как говорится, всегда можно с собой брать везде. Очень хорошая штука, и мы сейчас посмотрим, сколько это стоит. Я знаю, что эти штуки, они не дешевые. Окей, нашел я на Амазоне такая коробка из 24 штук, а стоит 23,79, ну почти $24, что почти $1 за каждый вот этот пакетик. И мы запишем, конечно же, в плюс. Ну, сегодня было не так много посылок у нас, но, как вы видите, они были очень хорошие. То есть я, в принципе, доволен. Было то, что реально можно использовать. Сейчас я подведу итог. Мы посмотрим, сколько мы бы сэкономили, если бы это купили. Сделал я подсчет. Напомню, купил я этих 15 посылок за по $3 каждого. То есть заплатил $45, там плюс налоги, там нет, пару долларов, несколько долларов. И всех этих товаров, которые если бы я купил, я потратил бы $514, конечно, плюс налоги. Вычитаем $45 то, что
мы это потратили, то, что потратил я за, на покупку этих вещей. И чистый доход получается $469. То есть экономия очень хорошая. Тем более сейчас цены поднялись очень высоко. Цены реально взнеслись вверх, потому что то, что происходит сейчас в стране, в мире, инфляция, непонятная рецессия, говорят, бензин, цены скачут прям вообще. В Калифорнии уже почти бензин стоит $10 за один галлон. Ну, я очень рад этой распаковке. Всем большое спасибо за терпение, что вы смотрели, что вы терпели. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, пишите комментарий. Спасибо всем за вашу поддержку, что вы были со мной, что вы смотрите этот канал, поддерживаете. Всем спасибо и надеюсь, скоро увидимся в новом видео. Всем спасибо. Да благословит вас Господь. Пока-пока.